Всем привет! Сегодня мы с вами готовим фаршированный перец в духовке. Для этого нам понадобится болгарский перец 1 кг, фарш 500-700 грамм, отварной рис 200 грамм, 1 крупная луковица, половина для фарша, половина для соуса, 2 средних моркови, 2 зубчика чеснока, 1 кг помидор, соль по вкусу, в фарш добавляем рис, чеснок мелко нарезаем. Добавляем к фаршу, режем мелко лук, пропускаем морковь через мясорубку. Фарш солим по вкусу. Наполняем перцы фаршем. Укладываем на фаршированный перец в жаропрочную емкость. Добавляем мелко порезанный лук. Добавляем морковь. Помидоры пропускаем через мясорубку. Заливаем томатным соусом перцы. Добавляем немного кипяченой воды. Накрываем сверху фольгой. Делаем пару надрезов, ставим в духовку и запекаем при 200 градусах примерно 1 час.